Assalomu alaykum, hurmatli BKK TV kanali obunachilari. Mana bugun bizda juda ham shoshilinch videolardan biri qo'limizga kelib tushdi. Bu videoni sizlarga taqdim etamiz albatta. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Bu videoda tasvirlangan videodagi holat bo'yicha ozgina fikrimni bildiradigan bo'lsam, bu videoda o'sha yo'l harakati patrul xizmati xodimi o'sha haydovchini ushlab olib borgan va shudab olib borgandan so'ng u yerda spirtli ichimlik ichganmi, iste'mol qilganmi yoki qilmaganmi degan savol yuzasidan bir tekshiruv ishlari olib borilgan. O'sha yerda shunday holatlar yuzaga kelgan. Albatta, qolganini video davomida kuzatib borasiz. Va tomosha qilib, agarda kerakli savollar yoki izohlar paydo bo'lib qolsa, kommentariyada yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Albatta, xalq bahosini beradi. Xalq ularga nisbatan o'z fikrini ifoda etadi deb o'ylaymiz. Azizlar, bizning kanalimizga obuna bo'ling, like tugmasini bosing va kuzatishda davom eting. Xayr, sog'-salomat bo'ling. Сейчас я нахожусь где? Скажите, пожалуйста. Спрашивали, что я могу вам снимать. Вообще-то разрешено. Надо же вы спрашивали. Можно я вас снимать буду? Это никуда не пойдет, никакие сети. Это только для моей собственной защиты. Как вы вечера говорим? Я не могу по-узбекски разговаривать. Можно вас снимать? Зачем мне снимать? Я себя снимаю, хорошо? Вот, себя снимаю. Хорошо? Для своей защиты. Вы меня задержали. Я вам сказал, что я не пьяный. Я выпил настой валерьянки. Все. Теперь вы врач, да? Представьте, пожалуйста. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Вы можете представиться? Не хотели представляться. Здесь нигде нет запрещающего знака, что я не могу снимать это. Нет, мы пока не будем вставать. Теперь вы мне объясните. Да, я вот это снимаю. Мне дали какую-то жидкость подышать. Эта жидкость обожгла мне губы. Что там было, я не знаю. Скажите мне, пожалуйста, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Вы имеете со мной разговор, пожалуйста. Ход. Хорошо, я с ней общаюсь. Джанабек, я с ней разговариваю. Вы не захотели со мной разговаривать? Я не говорил вам про деньги. Я про деньги вам ничего не говорю. Окей, я вам про деньги ничего не говорю. Да, уедем. Вечером договориться. Подождите, я вас просто попросил меня отпустить. Зачем отпускать вас? Потому что я ни в чем не виноват. Вы, у вас спиртное опьянение, потому что экспертиза. Где экспертиза? Вот. Это что такое? Объясните. Вот я по этому доктору обращаюсь. Доктор, объясните мне, пожалуйста, что вы сделали сейчас? Скажите, доктор, пожалуйста, что вы сделали сейчас? Все, я же вас не заставляю. Kontrolni mana sizga berilgan bu. Bunga men qattan bilaman nima berdingiz menga. Des suv berdim, des vada. Yo'q. Des vada berdim men sizga. 15 ta kapli. Iltimos, bir yo'q to'xtab turing. Mana shishani ko'rib oling. Внимательно. Да, да, да. Ko'rdingiz pustoy shishaga suv soldim. Des vada. Yo'q, men ko'rganim yo'q. Mana. А, ман биламан, ман қаттан биламан. Борма ўша ётда спирт, йўқми ўша ётда спирт? Манга айтасиз. Доктор жавоб берадимми сизга?
Без вады. Хорошо, давайте мы заново проведем эту экспертизу. Пожалуйста. Принесите вот эту воду свою. Разведем сперва ее. Посмотрим. Я вас спрашиваю, потому что я не знаю, откуда вы это сняли, что вы принесли. Нет, подождите. Нет, хорошо, я прекрасно понимаю, но я же не видел. Я прекрасно понимаю, но я же не знаю, что вы мне туда налили. Я просто дышу. Откуда я знаю? Мне же никто это не показывал. Она протокол. Хорошо, я все прекрасно понимаю. Хорошо. Хорошо. Вы это не докажете, окей? Потому что мы с вами... Вы это не докажете. Мои слова против вас. Ну и что? Я вам просто свои проблемы объясняю. Я не предлагал вам. Я не предлагал. Я не предлагал. Докажите, хорошо. Но сейчас вы мне, пожалуйста, экспертизу, которую вы сделали, по новой сделайте мне, пожалуйста. Я сам повторно не могу уйти и макалам. Все, давайте, все. Я не согласен с этой экспертизой. Почему? Нет, не буду ставить. Я через суд докажу, что это... Я не знаю, что здесь было. Правильно? Правильно? Вы мне не показывали. А вот вы спирт туда. Нет, ну давайте еще раз проведем экспертизу. Давайте еще раз проведем. Я не отказываюсь. Давайте сделаем экспертизу. Но вот только вы при мне нальете сюда воду. Хорошо, это мои проблемы. Это мои проблемы. Я с вами не спорю. Я от экспертизы не отказываюсь. Но только вы мне... Хорошо, вот кровь, пожалуйста. Вот кровь. Я не отказываюсь. Так нельзя, Акя. Экспертиза невозможно это доказать, Акя. Я прямо сейчас позвоню на портал. Давайте. Хорошо. Позвоните. Я прямо сейчас, потому что вы нарушаете мои права. Вы нарушаете мои права. Позвоните, давайте сейчас. Давайте. Номер дайте мне, пожалуйста. Портал, вы звоните же, правильно? Да, вы мне номер дайте, пожалуйста. Да. То есть вы отказываетесь, да, повторно делать экспертизу? Звоните. Вы отказываетесь повторно делать? Один раз делаете, все. Один раз я вам сделал. Я еще раз говорю, я не знаю. Я первый раз в жизни делаю экспертизу. Да, борт, давайте экспертизу сделаем. Нет, вы, нет, вы давайте еще раз экспертизу сделаем. Чхама? Она похудят. У вас есть мои документы? Okay? Вам это не нужно, вам экспертиза нужна. Нет, я не согласен с этой экспертизой. Хорошо. На какой номер я должен позвонить? Вы прекрасно должны знать. Ну как вы не знаете? Я сейчас 102 позвоню и все. Позвоните. Я просто 102 позвоню. Я скажу, что вы меня шантажируете, понимаете? Сделайте мне экспертизу, нормально. Нормальную экспертизу сделайте мне, Акин. Потому что я не знаю, что здесь было. Я не знаю, что там было. Вы же при мне не налили эту воду. Хорошо? Хорошо, вы мне не показали это. Вы туда, может, спирт добавили и говорите, что я пьяный. Я вам говорю, что я не пьяный. Да, давайте кровь будем сдавать. Давайте. Все? Я не согласен с этой экспертизой. Я сразу говорю. Я вам еще раз говорю. Я потом пострадаете. Сразу говорю. Потому что я не согласен. Нет? Все, вы отказываетесь от подходности? Все. Сейчас я нахожусь где? Скажите, пожалуйста. Меня спрашивали, что я могу вам снимать. Вообще-то разрешено. Спрашивали. Можно я вас снимать буду? Это никуда не пойдет, никакие сети. Это только для моей собственной защиты. Как увеличить разговор? Я не могу по-узбекски разговаривать. Можно вас снимать? Зачем мне снимать? Я себя снимаю, хорошо. Вот, себя снимаю. Хорошо? Для своей защиты. Вы меня задержали. Я вам сказал, что я не пьяный. Я выпил настой валерьянки. Все. Теперь вы врач, да? Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Как вас зовут? Вы можете представиться? Не хотели представляться. Здесь нигде нет запрещающего знака, что я не могу снимать это. Нет, мы пока не будем вставать. Теперь вы мне объясните. Да, я вот это снимаю. Мне дали какую-то жидкость подышать. Эта жидкость обожгла мне губы. Что там было, я не знаю. Скажите мне, пожалуйста, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Вы имеете со мной разговор, пожалуйста. Ход. Хорошо, я с ней общаюсь. Окей? Джанабек, я с ней разговариваю. Главное, кинь оплашивай. Мамна габлажит, телефон уйдет. Мамна габлажит, кинь оплашивай. Вы не захотели со мной разговаривать? Мы с ним пульсно усугеревали. Договорились. Я не говорил вам про деньги. Я про деньги вам ничего не говорю. Окей, я вам про деньги ничего не говорю.